Так, добрый день, пчеловоды. Вот начали собирать модули, дверцы в таком собранном виде. Поедет. Сзади будет фанера, внутри будут кассеты. Вот уже фанера зашита сзади. Практически полуготовый полуфабрикат павильона. Осталось только его собрать на месте получения. Это на острове Сахалин. Покрасили все стены. Финишные литки. Все это на месте, чтобы не оторвалось. Все это будем складывать в коробки и отправлять. Разделительная решетка. Рама разделительной решетки. Это двери. Вот работа продолжается. Вот вроде пока все.